вороны классные. Не удержалась, решила их поснимать. Улетят, улетят сейчас. Что-то такие классные. Вот ела из баночки. О, и еще. Что-то сегодня со зверьем все нормально. Ну что, пожрать пришли. Бросили мешок с мусором, сразу все нормально с животными. Я тут пытаюсь идти прививку делать. Кушайте, кушайте. Ладно, не буду смущать. Ну, а ты что? Последняя ворона осталась. Да ешьте, господи. Это маленькие щеночки тут ходили, вот они выросли. Какие маленькие, какие хорошие. Одна на стрёме стоит. Одна на стрёме, да. Тихо, кушают, кушают. Я помню, они маленькие были, бегали тут у пасенков. Тихо, лёси какие. Я люблю зверюшек очень много. А вороне ничего не достается. И мелкая. И мелкая. Улетает, улетает. Привет. Летит, летит, летит. Маньяк. Называется маньяк-фотограф. Ладно, не буду животных смущать. Мы будем животных смущать. Да, стоит ли бросить людям еду, как зверье сразу набежало. И снег у нас. Скоро, товарищи, Новый год. Я опять иду в сторону работы. На самом деле, прививку делать иду. Ну, что делать-то? Надо. Объявление на березе. Что пишут? Кто-то что-то снимет. Ага, понятно. Ладно. Снежок. Что на улице? Хорошо, я снег люблю. Снег там классный. Ай, хорошо. Сегодня теплее. Стабилизатора нет, поэтому, скорее всего, шевеленка будет дикая. Это вам не камера, GoPro. Советский пейзаж, товарищи. Зимний. Зимний. Наш детский вариант, где мы тут художки учились. Если пойдет автобус, я быстро побегу. Вот она, трасса-то наша. Вот он, детский вариант. Она. Зима, товарищ, зима. Сейчас посмотрим. Вот она, моя остановочка. Это вариант. Я тут все время мерзну. Сейчас посмотрим, есть ли автобус. Ну да, то. Ладно. Называется, что вижу, то снимаю. Новогодняя тема у них тут в центре в этом. Ручки всякие. Раньше они снеговика лепили.
Елка классная. Вот эту елку надо украшать, а не ее украшают обычно. Короче, скоро Новый год. Дело такое будет. Все. Пришла зима.